18 707 человек. Из них 4566 не вернулись с полей сражений. А тех, кто ушел на фронт из Сочи, кто погиб в сражениях и кому удалось вернуться, юным сочинцам рассказала руководитель отдела музея истории Сочи Лариса Князева. Героев Советского Союза, России, полных кавалеров Ордена Славы должен знать каждый. Кстати, история 9-й гимназии связана с именами сразу двух героев Советского Союза – летчика-космонавта Виталия Севастьянова и Адама Турчинского, командира 20-й горно-стрелковой дивизии. Кстати, штаб 20-й дивизии располагался как раз в здании 9-й гимназии. И я думаю, что тот материал и очень о многом другом, о чем мы скажем сегодня на этом уроке мужества, очень поможет ребятам в патриотической работе, в патриотическом воспитании молодого поколения, для того, чтобы помнили имена героев. В 60-е годы многие герои Советского Союза переехали в Сочи. Их имена тесно связаны с нашим городом. Среди тех, кто до сих пор принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи, герой Советского Союза Виталий Бубенин и герой России Павел Сюткин и Евгений Федотов.